Задача наколка. В студии Александра Золотухина. Задача от Антона Нестерова. Чемпиона 100 километров за один день. Бессмертного нашего чемпиона. Тоже математик. Закончил 179-ю школу когда-то давно-давно. Задача. Лыжник пробежал некую трассу со средней скоростью 10 км в час. С какой скоростью ему нужно пробежать еще раз ее, чтобы в результате за оба круга средняя скорость составила 20 км в час? Это я молчу, чтобы все, кто быстро смекают, сообразили. Итак, решение. Что значит 20 км в час средняя скорость на двух кругах? Ну, давайте для простоты, это совершенно не важно. Будем считать, что, ну, собственно, она, эта трасса имеет длину просто 10 км, ну и, соответственно, он бежал по ней 1 час. Значит, после того, как он пробежит еще один круг, он пробежит 20 километров. И средняя скорость 20 километров в час означает, что он пробежал оба круга за час. Но позвольте, он уже час потратил на первый круг. Какая же должна быть скорость на втором круге, чтобы он час потратил как на первый круг, так и на оба вместе? Ответ. Скорость на втором круге должна быть равна плюс бесконечности. То есть выше скорости света. То есть второй круг он должен пробежать мгновенно. Только в этом случае у него может удвоиться средняя скорость. К сожалению, большинство людей начинает предлагать такие варианты, как 20 км в час. Нет, 20 никто не предлагает. 30 км в час. Потом проверяют, не получается. Говорят, ну тогда, наверное, 40 км в час. Ну, в общем, начинаются варианты, да, кто-то нащупывает, что 30 это неправильно. Кто-то плохо понимает, что такое средняя скорость. Думает, что средняя скорость это средняя из двух скоростей на первом круге и на втором. Но средняя скорость это не средняя из двух скоростей, потому что мало ли как я хотел разбить эти круги, может я по-другому бы их разбил. Средняя скорость на маршруте это общая длина маршрута делить на общее время путешествия. Можно решать в лоб, получается средняя гармоническая. Средняя скорость вычисляется по среднему гармоническому, как в школе учат. Можно вполне это все вычислить и получить тот же самый ответ, плюс бесконечность. Вот такая вот задача-наколка, которую вам подарил Антон Нестеров.